Вот, дорогие мои друзья, подписчики, вот где я живу на севере, получается, практически кругом один лес. Просто живу за речкой, получается, где нас окружают домишки и один лес. Там у нас получается стела, памятник захоронен военным. Впереди вот меня наш великий мост, его еще строили немцы во время войны. Тут вот картошечку садят, ягодки выращивают. Мосту скоро придет капут, как вы видите. Но он еще, мне кажется, нас переживет всех. Красота. Все сломали. Это вот наша горная река. Ну, не горная, не знаю, как правильно. Тунсайоки, получается. Два черепой смерти. Ой, какая красота. Дальше вот отсюда видно эту красоту. Вот она, красота наша. Идет стройка года. Строят свои дома для военных. Вот у нас асфальт проложили. Тропинки даже построить. Даже пятерочка есть. Магазины строят снова.